На перекрестке проспектов Беляева и Московского стояли два автомобиля. За зеброй – Приора, а до светофора – КамАЗ с надписью «Дорожная разметка». По внушительной вмятине легкового автомобиля было нетрудно догадаться, грузовик догнал его. Это подтвердил и водитель «Лады». Я остановился на... еще 3 секунды оставался до конца. Просто въехал и все сзади. Удивительно в этом дорожно-транспортном происшествии то, что позади КамАЗа почти впритык стояли сигнальные конусы дорожников. Не заметили? Не буду говорить. Каким образом двигалась спецтехника и почему не успела притормозить, остается загадкой. Свое мнение водитель КамАЗа озвучивать не стал, оставив это сотрудникам ГИБДД. Лилия Денисова, Алексей Шатунов, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.